Всем привет! С вами Антон Гинзбург, а герой нашего сегодняшнего выпуска – бас, заставивший опустошить множество кошельков как юных музыкантов, так и опытных – Динвол Камбашен Нолли Гетгуд. А за предоставленный бас огромная благодарность, уважуха и лучи добра Марку Ти, также известному как Отис. Стоит отметить, что у Марка есть собственный интернет-магазин «Бас-гитар» с крайне интересным ассортиментом и вполне себе демократичными на данный момент ценами. А перед продажей Марк проводит полное ТО, а в некоторых случаях и капремонт всех инструментов, которые находятся у него в наличии. Так что я вам крайне рекомендую ознакомиться с ассортиментом данного магазина. Ну, поехали! Сразу стоит отметить то, что в последние лет, это так 7-10, данный бренд стал таки, как я уже сказал, таким объектом вожделения у очень-очень многих музыкантов. А ролики, красиво снятые с Адамом Нолли из группы «Периферии», Якобом Уманским и остальными не менее крутыми музыкантами, известные на весь мир, заставили опустошиться, ну, просто массу кошельков, брать кредиты и так далее. Но да, речь не об этом. И давайте же посмотрим, так ли все на самом деле, как нам преподносит маркетинг. Но сначала немного истории. Компания Динвол была основана в 1987 году в Канаде гитарным мастером Шелдоном Динволом. А одной из задач, которые ставил перед собой Шелдон в рамках производства музыкальных инструментов, это добиться четкости, объема и хорошей, естественно, читаемости у пятиструнных бас-гитар. Еще в 80-е годы 20 века другой гитарный мастер, но из США, Ральф Новак, применил концепцию мультимензуры к обычным электрогитарам. Но, если копать еще глубже, эта концепция применялась еще столетиями в производстве музыкальных инструментов, применительно к арфам и фортепиано. Смысл в чем? То, что у нас для низких нот и толстых струн у нас мензура увеличивается, а для более тонких и высоких, соответственно, она меньше. И данный метод дает более хороший объем и читаемость для низких позиций и нот. В 1993 году Шелдон представил первый мультимензурный бас Динвол Вуду на одной из музыкальных выставок и, как говорится, завертелось. Но наибольшую мировую популярность данные инструменты снискали уже в 2010-х годах и имеют ее по сей день. Во многом благодаря таким популяризации таких жанров, как джент, прогрессивный металл, металкор и так далее. По сей день основная мастерская находится в Канаде, большая часть моделей производится там же, но две линейки, это Combustion и Combustion NG, то есть модель Нолли Гетгуда Адама из группы «Периферии», производятся, где бы вы думали, в Китае, вернее, там происходит сборка, но по заверению, собственно, создателей, из канадских комплектующих. Затем инструменты отправляются в Канаду обратно, там они проходят финальный контроль качества, отстройку и уже отправляются по магазинам. Так вот, герой нашего сегодняшнего выпуска как раз-таки собран в Китае. Спецификация на данный бас будет, как обычно, в описании к ролику, а теперь перейдем к личным впечатлениям. Стоит сразу отметить, что дизайн у инструмента такой весь из себя футуристичный, такой весь, значит, гладкий, как говорится, да, и даже цвета, в которых доступна данная модель, она отсылается к гоночным автомобилям. Вот, стоит еще что отметить здесь. Качество сборки, да, действительно достаточно неплохое. Бас в целом ощущается очень приятно, как бы тактильно. Качество комплектующих, ну, пока еще у него не тот возраст, чтобы проявились какие-то болячки, но тем не менее. И эргономика у инструмента очень вполне себе такая удобная. Он нигде не перевешивает, не клюет, очень удобно сидит в руках, как при игре сидя, так и при игре стоя. Ну и вся вот эта мультимензурная история, в принципе, к ней привыкаешь достаточно быстро. Об этом я уже упоминал, когда у нас был на выпуске мультимензурный бас от Дениса Малыгина, московского мастера. Также имеется такая приятная фишка, вот показать бы сейчас. Отсек для батарейки у данного баса на магнитной такой крышке. То есть, если у вас посреди концерта вдруг внезапно села батарейка,
она легко отчепыривается, батарейка меняется, вы продолжаете играть. Не надо ничего развинчивать там и прочих каких-то хитрых манипуляций, которые заставят ваших коллег по группе вас ждать. По электронике данная модель имеет два звукоснимателя. Также есть модель NG3, она, соответственно, с тремя звукоснимателями, так вот в ряд здесь. Звукосниматели здесь родные Динвол. Из интересных фишек стоит отметить, что здесь такой есть позиционник в виде обычной крутилки, который позволяет различным образом коммутировать включение-выключение катушек и датчиков в целом. Эквалайзер и возможность отключения эквалайзера. Ну, что об этом говорить, давайте лучше слушать. Thank you.
теперь, как водится, общие выводы. Следует сразу сделать очень важную оговорку. Обычно, когда в конце выпуска я даю некий общий вывод, я всегда учитываю стоимость инструмента на вторичном рынке, или если инструмент пока еще производится, цену на новый. И здесь какой сразу нюанс. Данный бас даже китайского производства, китайской сборки, на вторичном рынке стоит, ну, в самом лучшем раскладе 200 тысяч рублей. От 200 тысяч рублей за новый. Я вот буквально незадолго до съемок изучал ценники. Просят от 300 и выше. Ну и, следовательно, когда такой немалый очень по нынешним временам и в целом ценник, то и требования к инструменту ты предъявляешь уже более завышенные. Марк, хозяин инструмента, дал мне его на достаточно долгое время, примерно на месяц. Я его и позаписывал дома, и даже поиграл на концерте с группой Mongol Shoudan. И сейчас все по полочкам, собственно, расскажу. Вывод в данном видео будет довольно длинный. Когда еще у Марка в гостях, я данный бас послушал просто в обычный самый комбик, без какой-то дополнительной обработки. Я вообще не понял, а что это вообще такое, потому что, ну, сразу вот глядя на вот этот дизайн, играя без каких-либо дополнительных девайсов, сразу же пропадает ощущение, что у тебя в руках какой-то, ну, крутой инструмент за какие-то такие немалые серьезные деньги. Все-таки даже за 200 тысяч, ну и в какой-то мере меньше, ты ждешь от инструмента некоего самодостаточности. А без обработки ощущение, что бас просто какой-то совершенно безликий, что ты держишь что-то какой-то там, ну, будь это ибанез какой-нибудь за 50 тысяч, там, корейский, да, или там Шехтер, например, ну и хрен бы с ним, как говорится. Но тут уже я немного опешил даже. А потом уже, когда я дома у себя в звуковую карту и мониторы, и наушники начал это все слушать, с плагином Neural DSP Dark Glass, ну, который имитирует приборы Vintage Ultra и BSMK Ultra, да, картина стала немного более бодрая. Ну, и я бы даже сказал, в целом более бодрая. Да, может быть, такой инструмент подходит не под все стили, не под все жанры, но уже хотя бы какой-то стал проявляться его характер. И тут стоит сразу же отметить вот эту вот маркетинговый ход. На многих вот этих видеороликах, которые вы, возможно, тоже видели, с Адамом Нолли, нам крупным планом показывают педаль Dark Glass. Тем самым намекая, чувак, вот если ты купишь вот это вот за 300 тысяч, ну, допустим, там у вас в России, да, а еще вот эту педаль там, которая стоит сейчас, ну, не знаю, тысяч тоже 40, наверное, или я давно не смотрел на них в ценнике, ну, вот будет тебе счастье, как говорится, и будет вот тут осталось только вот играть, научиться, и будет вот такая же красота. Вот, к слову, про сигнатурные модели, если вот такой вот, например, речь затевать, то тот же бюджетный, куда более бюджетный, вернее, бас Ibanez K5 за сильно меньшие деньги предлагал изначально звук, который тембрально ближе к звуку басиста группы Korn. Как уже я упомянул, при какой-то обработке инструмент начинает более раскрываться. Но, даже учитывая, что здесь есть, вроде бы, казалось, и эквалайзер, и переключение всех этих катушек, тембр плюс-минус остается каким-то одинаковым. То есть, я обычно вот в демо-диайниках показываю, как бас звучит там при различных регулировках, но в целом, ну, у меня ощущение складывалось, как будто это, ну, как это, 50 оттенков серого, как говорится. Также у меня, да, получилось взять данный бас на концерт с группой Mongol Shoudan в клуб 16 тонн. Ну, давайте сначала послушаем.
Касательно игры на концерте, здесь что могу лично я от себя сказать. Да, бас неплохо лег в микс и материал группы Mongol Shogun, исполняемый на данный момент, но меня не покидал еще другое ощущение, о котором будет дальше. Опять же, на концертах я играю также с прибором Darkglass X-Ultra, вот, и у меня было ощущение, как будто я просто играю, знаете, вот на миди-гитаре какой-то или на синтезаторе. То есть бас за счет того, что вот, чтобы он, опять же, тембрально раскрылся, нужно добавить кучу вот этой всей обработки, появляется ощущение, во-первых, очень сильной притупленности динамики. То есть как будто ты вот нажимаешь с разной силой, а ноты все равно, они звучат с одинаковой громкостью и с одинаковой амплитудой. Да, возможно, для каких-то стилей это будет и в плюс. Но, например, если материал коллектива или просто какой-то студийный подразумевает игру в динамику, то есть где-то есть нарастание, где-то есть какие-то, наоборот, спады, то нивелировать это будет довольно сложно. И в целом ощущение сложилось, как будто ты реально играешь на каком-то синтезаторе или в миди с хорошим каким-то классно звучащим плагином, просто бас забил, как вот там барабаны забивают или какие-то эффекты, ну, вы меня поняли, я думаю. Касательно рекомендаций к каким-то жанрам, какие я обычно даю в конце каждого ролика, да, безусловно, для какого-нибудь прогрессивного металла, джента или, может быть, даже джаза, фьюжена, то есть для какой-то музыки насыщенной, но где бас не должен давать прям какую-то подушку, какую-то там кучу объема какого-то, как, допустим, это дают там множество моделей Warwick'а того же там, или какие-нибудь фендера, допустим, Precision в большей степени. А если нужно, чтобы бас как бы присутствовал номинально, он был яркий и читался, то вот этот инструмент подойдет для такой музыки просто идеально. Да, возможно, даже в какую-нибудь эстраду он подойдет, как ни странно. Но, например, как мне, опять же, лично показалось, для какого-нибудь, например, ракешника, металла такого не очень современного, как вот более классического, или даже, может быть, индастриала, инструмент слушается довольно странно, и он действительно в миксе начинает звучать как какой-то плагин. Что, опять же, хочется сказать в заключение, то, что своего рода нам в данном случае, как мне показалось, продают некий такой полуфабрикат. То есть, да, у нас есть хорошо сделанный инструмент, да, с какой-то электроникой, но чтобы его раскрыть полностью, необходимо еще докупить неких девайсов, чтобы он зазвучал более полноценно и как-то самодостаточно. Опять же, мое личное мнение, то, что за такие деньги, за которые сейчас этот бас продается, ну, такая история сомнительная весьма. Конечно, покупать такое или нет, решать сугубо вам. Данный инструмент довольно легко сейчас приобрести как новый, так и БУ. Но ценник, конечно, тут ого-го, как говорится. Ну и да, в заключение хочется сказать, что, на мой личный взгляд, данный инструмент можно отнести к категории оверпрайс, но, тем не менее, если вы прониклись этим звуком, прониклись этим тембром, вы хотите качественный, хорошо сделанный мультимензурный инструмент, то обратить на него внимание определенно стоит, но с очень большим рядом оговорок, которые я озвучил в этом видео. Вот такой получился выпуск. Но я вам напоминаю, что если вы хозяин какой-нибудь интересной гитары, какого-нибудь раритета, или кастома, или просто, может быть, серийного инструмента с какими-то интересными модификациями, и вы хотите, чтобы я сделал на нее обзор, то пишите в ВКонтакте, пишите в Ютубе в комментариях, мы с вами свяжемся и обязательно сделаем новый выпуск. А те, кто хочет прокачать свою технику игры на бас-гитаре, дополнить или обновить теоретическую базу, а также, может быть, просто хочет научиться играть на бас-гитаре с нуля, я приглашаю на индивидуальные занятия как в очном, так и в онлайн-формате. С вами был Антон Гинзбург, всем пока, до новых встреч! Ну вот посмотрят люди этот обзор, и они сразу же скажут, вот Дмитрий Максимов, потом чувак из Голоса, Адам Нолли, Амос Вильямс, Тони Левин уже, потом, значит, и Джон Тернер из Дюран-Дюрана, потом забыл еще этот Лунус, Стю Хэм, да, по-моему, Стю Хэм даже всю жизнь играл на Фендере и тоже на это дело перешел.
скажут, вот эти люди, они же вот не на гамме играют. А ты сиди, играй на своем Эбонезе и Ворвике, и вообще не пи***и тут. Но мало ж кто понимает то, что они все играют на канадских кастомах, а не на китайском вот этом вот чуде-юде за 300 тысяч. И, ну, как бы, как, кто его знает, а может быть, им подогнали бесплатно. Но это уже совсем другая история.